Вусун, прости меня, я за тобой вернусь. Телефона нет. Никогда она не вернется. Вусун, не бойся, тебе с нами понравится. А? Его мать вернулась. Похищение? Это слово тут неуместно. Мы найдем ему семью. Как два добрых ангела. Да какие вы ангелы? Обычные торгаши. Не тянут они на опытных посредников. Бездарно работают. Раз они берут деньги, значит посредники. Зачем нам это? Эй, Суна, ехать пора. Мы должны арестовать их всех с поличным. Суйон не станет на нас стучать. Главное, ему не придется жить, как я. Мы приняли ребенка из ваших рук, чтобы найти ему лучших родителей. Проснулся!